Как-то я прыгала на батуте на вечеринке по случаю дня рождения, и во время прыжков почувствовала кое-что неприятное. Я подумала: ничего себе, что это было? Я снова начала прыгать и поняла, что промокла. Я вышла в уборную, чтобы понять, что произошло, и оказалось, что это действительно так. Мне было так стыдно. Я, конечно, никому не рассказала об этом. Знаете, процедуры на кресле Энсела не похожи ни на что из того, что вы прежде испытывали в жизни. Сначала вы почти ничего не чувствуете. Потом ощущения могут показаться вам довольно странными. Но, сидя в кресле, вы постепенно привыкаете к ним. В первый раз кажется необычным то, что вы ощущаете в области тазового дна. Вы чувствуете, что там что-то происходит. Зато после абсолютно никаких ограничений. Вы даже не вспомните. Помните о своей проблеме до тех пор, пока не зададите себе вопрос. После процедур вы станете чувствовать себя гораздо увереннее, потому что больше вам не нужно будет беспокоиться о том, что вы выпили слишком много воды, что вам нужно пойти туда или сюда, сделать то или это, и о том, что постоянно нужно бегать в уборную. Это изменит вашу жизнь, потому что вы сможете пить столько воды за день, сколько это необходимо вам в повседневной жизни. И вы будете понимать, что вы заботитесь о себе, о своем теле. Вы проходите процедуры, которые помогают укрепить мышцы тазового дна. Абсолютно неинвазивно, очень просто. И это поможет вам не отказываться от необходимого количества выпиваемой жидкости. Это замечательно. Я уже прошла 5 процедур. Приходила в клинику по 2 раза в неделю и просто сидела на этом кресле. Сначала это кажется странным, потому что вы чувствуете сокращение тазового дна, не зная заранее, что так и должно быть. Я заметила, что раньше в среднем мне приходилось вставать по 4-5 раз за ночь, чтобы пойти в туалет. И я думала, что это норма, ведь я уже мама, у меня есть ребенок, что все сталкиваются с этим. Но сейчас я добилась того, что мне нужно вставать всего лишь 1 раз ночью. И то только тогда, когда я чувствую, что мочевой пузырь переполнен, и пришло время сходить в туалет. И теперь я чувствую себя гораздо комфортнее, чувствую себя более уверенно, и это прекрасно. Это Body by BTL.